Представитель Беларуси на 25-м международном конкурсе исполнителей эстрадной песни Алексей Гросс объявил состязание среди поэтов-песенников. К участию принимаются авторские стихи на русском, белорусском или другом славянском языке. К лучшему поэтическому произведению музыку напишет композитор Леонид Ширин. Он выступает продюсером и наставником Алексея Гросса на славянском базаре. Вместе они занимаются подбором музыкального материала для участия в фестивале. Исполнитель и композитор рассмотрят и предложения готовых композиций. Безусловно, будут определены победители. Вместе с музыкальным продюсером Леонидом Шириным мы отберем несколько претендентов, и эти люди будут иметь возможность съездить со мной на славянский базар и окунуться в эту атмосферу. Песню победителя Алексей Гросс обещает исполнить на фестивале в Витебске, а предложение просит отправлять на электронную почту.